Артем Аляев, «Торпедо», Нижний Новгород. Защитник хоккейного клуба «Торпедо» Артем Аляев практически сразу влюбил в себя болельщиков своей отличной игрой и самоотдачей. Стал лучшим бомбардиром-защитником клуба. Примерил на себя свитер главной национальной сборной. И вот очередное признание. В этом году установлен рекорд по количеству молодых ребят до 20 лет, которые участвовали в нашем чемпионате. Поэтому, надеюсь, молодежь – это наше будущее, наши победы. И сейчас мы узнаем победителя в номинации «Лучший новичок года». Это Артем Аляев. Артем Аляев стал победителем в номинации «Лучший новичок» на официальной церемонии закрытия 8-го сезона КХЛ. Это только начало, я считаю. Думаю, я должен придерживаться этого, не должен опускаться ниже того, то, что я уже достиг. Но, надеюсь, на будущее я достигну намного большего. Григорий Ожигин и Максим Веселов. Объективно спорт. ННТВ.